Лайфхак для любителей сиенты. Когда вентилятор охлаждения батареи включается, выброс у нее вот в этом месте находится. И водителю из ремня начинает дуть в ухо, что не может не беспокоить. Ну, вот здесь хозяин сам, причем, нашел решение, подложил поролонку под водительскую правую стойку, накладку. И все. Вот три водителя включили вентилятор на шестую скорость. Сейчас она дует в эту сторону и вот в эту. А в стойку уже ухо не идет. Сейчас бумажки кусочек. Для наглядности. Толстая бумажка. То есть вот такое вот решение. Понятно, нет, будет. Понятно, конечно.